Комитас – эмблематичная фигура и в культуре Армении, и в истории Армении, и в истории геноцида. Да. Вот такова идея. И заодно познакомиться с основоположником армянской музыки. У нас есть картина Елены Шенкова, которая написана была в 1935 году, когда уже комитаса, по сути, не было. И он выявил комитаса в белом одежде, и там мы видим тех людей, от которых он вдохновлялся и давал ему силы. Вот эти фотографии, все, что я здесь увидела, мне показалось, что просто человек на самом деле был очень разносторонний, вот, любил свою землю. Моя душа переполнена гордостью за армянский народ, потому что с такой любовью, с таким интересом сделан этот музей, в который не стыдно пригласить гостей, а также всех, даже вот и армян, и мне кажется, таких бы мест побольше Армении, и это вообще, ну просто, я говорю, переполняюсь гордостью за ваш народ, что создали такой музей. Я очень признателен за эту возможность посетить музей, потому что музей прекрасный, очень красивый. И, естественно, каждый дипломат, который приезжает сюда, в Армению, старается узнать о культуре, о музыке, естественно, о живописи. И из этого музея любой может узнать очень много.